Сергей Афанасьевич, пожалуйста. Ваш вопрос. Когда говорим, что год тяжелый, кредиты, вот это. И Татьяна Михайловна говорит, что мы всегда дадим любую бумагу. Просили 10 раз, дайте нам, пожалуйста, развернутые расходы 2020 года. Чтобы мы знали, где что сокращать. Вы их не даете, специально скрываете. Когда мы... Татьяна Михайловна, давайте мы будем... вот. Нет, 2020 года, 2021 еще у нас нету. Чтобы войти в 2021 год, мы должны знать, как мы потратили деньги в 2020 году, на что мы их потратили и куда они ушли. И после этого мы будем думать, где сокращать и как сокращать. Когда вы говорите, что мы предлагали секвестировать бюджет, за какие-то программы урезать, вот это, предлагали мы урезать именно те программы, которые надо было развивать, не предлагали образно сократить охрану. Сократить вот здание охраны, сократить водителей там в этом исполкоме, транспортные расходы, вот это, зарплаты, питание, которые получают там по 3, по 4, 5 зарплат показывают, понимаете? Вы вот это не говорили сократить, вы говорили сокращать программу сельского хозяйства, субсидирование сельского хозяйства, то, что мы сделали, кричали потом, опять мы вытаскиваем 8 миллионов, даем сельское хозяйство, и не исполнили вот это. И Татьяна Михайловна, когда говорим о профессионализме, я начинаю сомневаться в этом. Понимаете? Почему? Потому что сегодня башка – это гарант исполнения бюджета. Если мы бюджет сегодня признаемся, что не выполнили на 200 миллионов лей, это о каком профессионализме мы говорим? Мы должны тут же все вот это оставить и уйти. Почему? Потому что Гагаузию в течение 5 лет мы сделали банкротом. Мы 5 лет бегали, танцевали. Не мы. Ну, исполком. Исполком. Потому что мы 5 лет только бегали, танцевали, начинали объекты, не заканчивали. Непонятно, чем занимались. И когда мы говорим, что этот год надо сократить программу субсидий сельского хозяйства, а тут 5-й раз делаем ДК, делаем ремонт в исполкоме, в райисполкоме, у нас вул, конечно. Делаем ремонт в кабинете на 1 200 000 у Башкана. О чем говорим мы? О чем говорим? Деньги надо было влаживать в экономику, развивать рабочие места, чтобы люди пришли, а оттуда пошли бы доходы. А мы просто деньги бездарно тратили. Бездарно тратили. Это самый бездарный исполком истории Гагаузии, который, я вижу, если примем вот этот бюджет, он добьемся, что Гагаузия будет, перестанет существовать как субъект. Вот куда вы тянете Гагаузию. И когда мы говорим кредиты брать, кто это говорит? Георгий Георгиевич Кадын? Много кредитов взял в жизни. Я спрашиваю. Уважаемые коллеги, давайте не переходим на личности. Сергей Афанасьевич, по бюджету. Я говорю, я вот именно по бюджету говорю. Именно по бюджету. Понимаете? Мы сегодня, бюджет у нас, мы должны реально смотреть на него. Бюджет сегодня, мы понимаем, что доходная часть порядка 850 миллионов лей. Не больше, не больше. И когда мы говорим о бюджете 1 134 000 000, в нем уже заложено, я вижу, 500 миллионов уже дефицита, уже здесь заложено, в этом 1 143 000 000. Могу объяснить по полочкам. 143 миллиона – это дефицит, который мы показываем, плюс 54, который мы признаемся, что есть у нас уже по этим, это уже тоже скрытые расходы, уже скрытый дефицит. Там плюс мы 200 миллионов не собрали в этом году, а в следующий год я вам гарантию даю, я могу с любым поспорить, что мы 250 миллионов собственных доходов минимально не соберем, а я думаю, будет их еще больше. Будет их еще больше. И вот у нас тут складывается цифра 500 миллионов дефицит бюджета. Куда мы идем? И мы хотим под это взять кредит. Мы сегодня, если возьмем этот кредит, а остальные 500, которые у нас есть, их просто заплатим на кредит, и Гагаузия перестанет существовать. Когда мы говорим о Друмыр-Камрак, там... Эта организация планомерно Ирина Федоровна уничтожала, чтобы потом ее выкупить. Была Друмыр, конечно, была Друмыр Чадырнунга, которые объединили в один Друмыр, Друмыр Камрад, который сейчас выкупят за 16 миллионов лей. Правильно сказал господин Дюльгер, там актива больше 100 миллионов, мы за 16 миллионов его покупаем. Что, уничтожали, если активы выросли за последние года на 7 миллионов? Вы сами себе противоречите, Сергей Афанасьевич. Уважаемый Георгий Иванович, давайте не высказывайте. Григорий Иванович. Георгий, вот я тебе твою же логику, твоими же словами объясняю. Мы ее активы продаем за 16 миллионов, хотя сами знаем, что там больше 100 миллионов. Я в это имею в виду, что их специально занизили, чтобы показать, что их нет, и купить его по бросовой цене. Купить все дороги Гагаузии за один раз.
Вот то, что они сделали. Когда мы говорим, что Чадырнинская нефтебаза не продастся, да продастся она быстренько, я даже знаю, кто ее купит, кто там будет делать КПП. Я знаю, почему будет покупаться Вулканевская нефтебаза. Вулканевская нефтебаза имеет более 3 гектаров земли в свободной экономической зоне, которую, если сегодня разобрать емкости и просто сдать на металлолом, человек уже будет в плюсе. Вот что делаем. И когда мы говорим, что сегодня неэффективно эта собственность нам не нужна, я правильно поддерживаю коллег, которые говорят, мы ими неэффективно управляем. Есть рядом стоит частная аптека, 10 на 10 метров, человек платит налоги и зарабатывает, и живет. Наша аптека не может работать. Бензин сегодня все хозяйства возят. Есть сегодня как логистика, которой можно работать в нашей нефтебазе. Частная нефтебаза рядом работает, наша государственная не может работать. А в чем проблема? Проблема в том, что частник сегодня хочет свою нефтебазу, свое имущество приумножить, покупает, работает, затягивает ремешки. А у нас получается, мы только гуляем и продаем последнее то, что есть. Вот в чем проблема. И сегодня я прошу этот бюджет принять на уровне 850 миллионов леев. Даже 991 мы если принимаем, это уже 300 миллионов скрытый дефицит, который нам не показывают. Нам не показывают в течение 5 лет, куда мы тратим деньги. И если нам покажут в развернутом виде, я думаю, удивиться не только мы, а вся Молдова.